Открыты три новые залежи нефти в Беларуси. Речь идет о Гарцевском месторождении Припятского прогиба. Для бурения скважин использовали новые технологии. Это связано в том числе и со сложными условиями нефтедобычи на этой территории. В целом, белорусская нефтедобыча сейчас приближается к уровню 2008-2009 годов. Речь СКЭК, показателям которой были 25-30 лет назад, тогда в регионе добывали рекордные объемы нефти. Всего же в 2020-2021 годах на белорусских месторождениях планируют пробурить 7 поисково-разведочных скважин. Объявлены лауреаты конкурса «100 талантов Национальной академии наук Беларуси за 2019 год». Еще 10 молодых ученых включены в банк данных. Лауреаты конкурса автоматически пополнят резерв руководящих кадров Академии наук, а также получат единовременный грант на участие в международном научном форуме. Помимо этого, за научно-исследовательскую, педагогическую, инновационную деятельность молодые ученые ежегодно будут получать премию в размере 50 базовых величин. Для участия в конкурсе необходимо иметь ученую степень доктора наук, либо защитить кандидатскую диссертацию. Сборная Беларуси, победив команду Сербии, удачно стартовала на чемпионате Европы по гандболу. Самым результативным игроком у белорусов стал Артем Королёк. На его счету 9 голов. Накануне в группе А Хорватия одолела Черногорию. В субботу с хорватской командой сразится белорусская сборная. Победитель чемпионата Европы получит прямую путевку на Олимпийские игры в Японию.